Здравствуйте! В эфире программа «Простые вопросы». Сегодня на них отвечает Сергей Аржадеев, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. У вас очень загруженный график работы. Вот что, так все плохо с психологическим состоянием жителей Мордовии? Ну, смотрите, в последнее время у нас особую лепту, скажем так, внесла новая коронавирусная инфекция, да, или COVID-19. Соответственно, очень много людей, которые перенесли данное состояние, данное заболевание. Ну и осталось много проблем с организмом, которые, скажем так, очень хорошо, или точнее, очень отрицательно сказываются на психике людей. Вот. Учитывая то, что доказано уже, что COVID-19 затрагивает в том числе и нервную систему, соответственно, очень много симптомов и проявлений, которые люди не могут понять, не могут отличить, да, нормально это или ненормально. Очень много симптомов, которые проявляются и сохраняются длительное время. То есть, опять же, для людей это очень трудно понять, а когда же это закончится, в конце концов. А какие, например, симптомы, да, вот с которыми сразу надо к вам обращаться? Ну, есть ряд, скажем так, критериев, когда человек может и должен обратиться к врачу-психотерапевту. Первое – это когда внезапно, без какой-либо видимой причины, изменился характер человека. То есть человек был добрым, хорошим, да, и вдруг он становится вспыльчивым, агрессивным, злобным. Вот, и при этом замечает это не только он сам, да, но и окружающие его люди. Вот. Второе – это появление, ну, скажем так, депрессивных тенденций. То есть это все то, что сопровождается пониженным настроением. И причем не просто пониженным настроением, потому что у нас у всех может быть пониженное настроение ежедневно, ежечасно, да, там, в зависимости от каких-то обстоятельств, переутомились, поругались с кем-то. Да? Вот. А именно тех депрессивных явлений, когда человек не может себя заставить встать с кровати, совершить какие-то гигиенические процедуры, то есть умыться, банально, там, сходить в душ или что-то такое, однозначно необходимо обратиться к врачу-психотерапевту. То есть самостоятельно с ними, с этими симптомами душа уже состояние справиться, не может справиться? Да, не сможет. Ну и, соответственно, вот опять же к теме COVID-19 появления различного рода панических атак, фобий. То есть чаще всего после ковида люди боятся задохнуться, потому что, ну, ни для кого не секрет, что смерть от удушья, она одна из самых тяжелых. Да? Ну и, соответственно, люди, которые переживали приступы удушья во время заболевания, да, они очень боятся задохнуться во сне, вот как часто обращаются, опять же, часто испытывают чувство нехватки воздуха, постоянно начинают проверять свою сатурацию кислорода, да, то есть используя пульсоксиметр, который сейчас повсеместно продается. Вот. Соответственно, тоже надо первоначально исключить основную причину, да, нет ли прогрессирования или повторного заболевания, вот, потом уже обращаться к врачу-психотерапевту при исключении именно соматической патологии. Вот. Ну и проявление различного рода фобий, различного рода неспособности справиться именно с теми же самыми ситуациями, с которыми раньше приходилось и получалось справляться абсолютно спокойно, абсолютно не затрачивая сил. Да. А сейчас даже малейшая какая-то ситуация может вызвать приступ гнева, слезы и так далее. И так далее. То есть здесь тоже необходимо обратиться к врачу. Ну, то есть вот этот весь тяжелый год, да, с коронавирусом, он повлиял на то, что число обращений к вашим коллегам выросло? Однозначно выросло и значительно выросло. Вот. Но стараемся. Угу. Еще, конечно, такая глубокая проблема – это алкоголизм, и они стали писать больше в связи с тем, что люди сидят дома, и несмотря на широкие возможности интернета, и стали злоупотреблять алкоголем. Вы отмечаете такую тенденцию? Ну, здесь еще необходимо посмотреть с той стороны, что все-таки накладывались определенные ограничения по перемещению, да, mm-hmm. то есть вот этот период самоизоляции, когда человек должен был сидеть дома, да, они, однозначно потребление наверняка увеличилось, но именно в официальной статистике это не зафиксировано, потому что, ну, иногда люди не доходят просто до наркологов, до больниц, каким-то образом переносят это самостоятельно. Вот, то есть, а вот еще, конечно, сложно. Появилось много сообщений, пишут, что в период пандемии, самоизоляции, люди стали покупать больше дорогого и крепкого алкоголя, отказываются от пива и вина, у других стали больше гнать самогона и тоже его употреблять. А кто делает правильно? Кто спасет себя алкоголем? Здесь надо задать вопрос, а какой яд вкуснее, да? То есть, да. На самом деле, потребление любого алкоголя в любом количестве – это однозначный вред для здоровья, а в именно период пандемии, именно в период COVID-19, когда и так происходит нарушение в системе свертывания, потреблять вещество, которое еще и усугубляет эти проблемы, да, ну, как бы совсем неправильно и совсем не надо. То есть, как у нас спрашивают тоже наши телезрители, если обильно пить алкоголь, даже до заболевания,
от коронавируса он тебя не спасет. Однозначно не спасет, а усугубит течение коронавируса. Это уже тоже замечено по нашим пациентам. И в том числе может привести к развитию множества тромботических осложнений, что не всегда человек переживает. А как много сегодня людей в Мордовии страдают алкоголизмом, и можем ли мы называть алкоголизм зависимостью или заболеванием? Как к нему относиться? Алкоголизм – это однозначно заболевание. Это однозначно заболевание, имеющее классификацию и в системе заболеваний, да, то есть в МКБ-10, международной классификации болезней. Это однозначно неизлечимое заболевание, да, то есть бывших алкоголиков не бывает, есть только люди, которые достигли определенной ремиссии, да. Вот. Однозначно это заболевание необходимо лечить, и лечить не просто комплексно, потому что в народе бытует мнение, что если поехать прокапаться, то алкоголизм пройдет. Нет, на самом деле алкоголизм – это все-таки психо, био и социальное заболевание, которое надо, соответственно, с этих сторон и лечить. Со стороны, опять же, функционирования организма необходимо восстанавливать органы системы, да, пораженные этиловым спиртом, необходимо менять каким-то образом окружение человека, потому что если даже человек, ну, грубо говоря, решил отказаться от алкоголя, а погружается опять в свою среду, где есть потребляющие, вариант того, что он начнет потреблять заново, опять он крайне высок. Ну и однозначно человек должен проходить реабилитацию, в первую очередь, которая является сейчас на данный момент золотым стандартом в лечении алкоголизма. Вот. Она должна быть длительной, она должна быть разносторонний, и это тот период, когда человек работает над собой, да, и когда он понимает, а почему же он принимает алкоголь, для чего он это делает. Часто удается достичь вот таких положительных моментов, когда человек наконец-то задумывается, почему он пьет, потому что, наверное, мне представляется, что сложно прийти вот именно к такому осознанию вопроса. Для того, чтобы этого достичь, необходимо, ну, как я всегда говорю, делать все правильно. То есть необходимо работать не только с самим человеком, по сути дела, да, но и с его родственниками. Потому что есть такое очень интересное заболевание, как созависимость. Да, то есть оно проявляется у всех тех, кто живет рядом с зависимым человеком. Да, то есть здесь множество, в том числе и психологических феноменов, так называемых, да, один из которых, допустим, треугольник Карпмана, когда люди входит, скажем так, в зависимые отношения, да, испытывает роль спасителя, когда человек потребляющий, он роль испытывает жертву и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Если подходить вместе с семьей, с родственниками, которые имеют, опять же, какое-то определенное влияние на этого человека, работать с самим человеком, чтобы он проходил, как я уже сказал, реабилитацию, работал с психологами, с социальными работниками, тогда успех очень вероятен и очень высок. А насколько алкоголизм сегодня помолодел? И есть ли вот такой возраст, да, который люди достигают, и вот с достижением этого возраста они наконец-то приобретают, к сожалению, зависимость от алкоголя? Оно здесь дело не в возрасте, а дело в количестве, качестве и частоте потребления. Ведь, по сути дела, человек, если потребляет ежедневно и помногу, да, то, соответственно, будет иметь злокачественное течение алкоголизма, и ничего хорошего из этого не выйдет, да. А некоторые люди, они могут потреблять в течение некоторого длительного времени, да, только, ну, скажем так, алкоголизм – это, ну, состав, который стоит на рельсах и который имеет постоянное движение вперед, у него нет движения назад. То есть алкоголизм, он поступательный. У человека в руках только одна кнопка – остановить этот состав, на самом деле. Вот. И когда человек задумывается, когда нажимает эту кнопку, все, дальше он уже, скажем так, именно заболевание не развивается. А также есть, ну, как минимум 6 вопросов, которые человек может задать себе и определить, а есть ли у меня алкоголизм или хотя бы предпосылки к нему. Какие эти вопросы? Ну, первый вопрос – это, а есть ли у меня желание потреблять алкоголь? Да, то есть… Если мы на него отвечаем «да». Ну, здесь тоже, как говорится, разветвляется на несколько критериев, да, если есть желание, если у человека повышается настроение, что он предчувствует, что вот скоро пятница и, как говорится, мы оторвемся, да. Опять же, если у человека есть компульсивное стремление иногда выпить алкоголь, то есть он заходит в магазин, грубо говоря, покупает хлеб, молоко и как-то неосознанно кладет туда еще 2 банки пива, да, то есть он же пачку порошка не положил, а положил именно почему-то психоактивное вещество, то есть алкоголь. Вот это первый вопрос. Второй вопрос это, а могу ли я его контролировать, да, то есть потребление алкоголя именно. То есть если человек сказал, что на данной вечеринке я выпью там 50 мл вина и все, больше ничего, а на утро просыпается опять, где я, кто я, да, соответственно, отсутствие контроля имеет место быть. Ну и опять же, если у человека завтра какое-то ответственное мероприятие, либо ему за руль, но тем не менее он потребляет,
Опять же, это отсутствие ситуационного контроля. Следующий вопрос, который человек может себе задать, а не страдает ли мое окружение от этого, да? Если у человека заканчивается хобби, а проявляется только стремление потребить и найти, где потребить алкоголь. Следующий вопрос – это, а как это отражается на моем здоровье, да? Иногда люди проснулся, выпил, опять упал, да, все болит, тем не менее проснулся, выпил, и так далее. Понятно, что семья и окружение влияют, да, на человека, будет ли он пить, как много будет пить. А вот если генетическая зависимость, то, что предопределено уже природой, что человек, ну, станет алкоголиком. Больше сюда относится не генетическая зависимость, а больше относится, ну, скажем так, поведенческая реакция. Если ребенок видит, что родители употребляют алкоголь на праздники, да, если на различного рода торжества, или папа приходит вечером после работы и начинает употреблять алкоголь с устатку, как говорится, да, у ребенка записывается определенная программа на подкорку, что это нормально, это так должно быть, и никогда дети не задумываются вопрос, что не задают себе вопрос, а можно ли по-другому-то. Вот, проводя профилактические осмотры, да, в клинике, часто задаю вопрос, а для чего употребляете алкоголь? То есть, ну, процентов 80-90 вообще не могут ответить на этот вопрос, да, говорят там, ситуация. Поднимается настроение. Да, да, да. Опять же, проще социализироваться, если ты в незнакомой компании, а в знакомой как-то сразу громче смеется. Ну, здесь, опять же, начинаешь объяснять и проводишь мини-лекцию, а почему становится веселее, почему производится раскрепощение, да, ведь, по сути дела, любая доза любого алкоголя, она является ядом, как я уже сказал, да, и организм пытается этот яд как можно быстрее из себя вывести, да, и организм не понимает, а для чего человек его травит-то в итоге. Поэтому вырабатывается определенное вещество для того, чтобы как бы немножко успокоить, да, немножко повеселить, чтобы человек мог функционировать и дальше, а люди воспринимают это как положительное влияние алкоголя. И если вы заглянете даже вот в мировую энциклопедию, Википедию так называемую, да, то там вторая или третья строчка, я точно не помню, является фраза, что алкоголь является сильнейшим депрессантом, да, а все люди его принимают якобы для того, чтобы избавиться от депрессии. Да? Да, да. Но в последнее время все больше, конечно, появляется информация, что даже бокал вина, он не несет той пользы, которую, в общем-то, ему присуждали, говорили об этом. На самом деле, да, это необходимо окунуться в историю, то есть посмотреть, а когда началась насаждаться культура так называемого культурного питья, да, когда там можно употребить бокал вина и так далее. Ведь, по сути дела, нет ни одного крупного исследования, которое подтверждает, ну, какую-то пользу для организма от алкоголя. Но зато есть ряд огромных диссертаций и известных наших нейрофизиологов, да, прошлого, которые говорят, что любая доза любого алкоголя – это однозначный вред. И это доказано. Заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выдвигает такую инициативу, чтобы запретить занимать руководящие посты людям, страдающим алкогольной зависимостью. Вот как вы считаете, насколько это реально сделать? И, ну, вообще, сможет ли такая инициатива получить свою путевку в жизни? Ну, мне сложно сказать, как это будет проводиться на законодательном уровне, но, тем не менее, как я уже сказал, да, алкоголиков бывших не бывает, есть люди только в ремиссии. Если, опять же, различного рода обследования человека, психологические, да, какие-то, покажут, что человек способен выполнять какую-то работу, да, и он находится в стойкой ремиссии, ну, здесь, опять же, двоякое мнение. Можно ему доверить управление или нельзя? Здесь однозначно сказать нельзя. Спасибо вам большое, Сергей Александрович, за ответы. Было очень интересно. А я напоминаю, что гость нашей студии Сергей Аржадеев, врач-психиатр, психолог, нарколог. Всего доброго, всем здоровья и до встречи в эфире.